Друзья, приветствую вас на канале Ягодный Гриболов. Я временно исполняющий обязанности гриболова, но тем не менее нашла вот такие красивые здоровенные маслята. Сейчас посмотрим, что насчет их червивости. Червивые. Ну, вот такие здоровенные и красивишные. Вот так. Пока только два. Еще вот грибочки в траве спрятались. Один. Ну, этот совсем плохой. Вот этот, кажется, получше. Сейчас посмотрим. Ну, тоже несъедобный. А вот нашлась достаточно приличная семейка. А вот это семейство нельзя не показать. Хотя, как видите, грибочки плеснявые. Вряд ли они будут положены в корзинку. Но выглядят замечательно. Вот и подосиновички в другом лиственном лесу. И вон он еще вдали. И вон он еще вдали. Вот еще. Ну, пошел дождь, и скорее всего он сейчас меня прогонит. К сожалению, грузди Ольга собирала уже под дождем и поэтому не смогла снять сам сбор. Но я надеюсь, что вам видео ее понравилось. Я благодарю всех вас за поддержку. До новых встреч на канале Ягодный Гриболов.